из чего будет состоять этот проект и что в него входит? Проект мы запустили в марте. Это пилотный проект, первый раз у нас такое в нашем городе. Ребята в этой школе волонтеров проходят обучение по командообразованию, по подготовке вообще к различным мероприятиям муниципального, краевого, всероссийского уровня. И как раз-таки в этом году так совпало, что ребята проходят там главную подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в нашей стране. Мы этот проект с удовольствием приняли и поддержали. На нашей базе Сочинского госуниверситета в городе Анапе, филиале, мы проводим школу добра. Очень много молодежи, более 50 человек, записались в школу. И вот 2,5 месяца мы активно с ними работали еженедельно, по вторникам. Прежде всего, работа в команде, взаимоотношения, коммуникация, работа с людьми, которые мы видим первый раз, наверное, и последний. И вот это вот умение взаимодействовать с людьми, команде, это была одна из первых наших задач. Для меня это способ познакомиться с новыми людьми, увидеть что-то новое, потому что очень много организаций идет. Вы куда-то ездите, что это либо это лагеря, либо это какие-то организации, либо это помощь в каких-либо мероприятиях. Ну, а чемпионат это очень мира интересно. По футболу тебя впечатляет вообще? Конечно, впечатляет. Во-первых, это первый чемпионат, проводимый в России в 2018 году. Мне кажется, это будет очень интересно, и поучаствовать должен хотеть каждый. Я считаю, что это огромный шаг в моей жизни, потому что приложить руку к такому грандиозному событию, как этот фестиваль, это огромная честь для меня и, я думаю, для любого человека. Вам, как специалистам, важно знание языка. Do you speak English? Yes, of course. Можешь ли сказать по-английски, ну, допустим, нашим гостям, сказать одной фразой, что такое город-курорт Анапа? Анапа is a masterpiece of sun, sea and the happiest people in the world. Ну, я хочу сказать браво вам.